Сегодня российские школьники сдавали ЕГЭ по математике. По всей стране было организовано более 5000 пунктов проведения экзамена. В Чувашии, по предварительным данным, единый государственный экзамен по математике сдали более 5000 учащихся. Работа по математике базового уровня включала 20 заданий. Ход экзаменов контролировали общественные наблюдатели и сотрудники Рособорнадзора. Во всех экзаменационных пунктах велось видеонаблюдение. Напомним, основной период ЕГЭ в этом году проходит с 28 мая по 2 июля.